Армстронг. Рейдеры захватили прототип оружия, над которым я работала. Меня прижали. Нельзя дать им забрать его. Нужна помощь. Кто-нибудь? Рад, что ты на нашей стороне. Вы с бабулей знакомы? Ей примерно 1000 лет, но она может отстрелить член комару. Понравишься ей, может, она к тебе присоединится. Береги себя. Жаль, что так вышло с поездом, Кэп. У нас недавно человек пропал. Паренек пытался обустроить новое убежище дальше по реке. Не сможешь найти его, поищи тогда всякие припасы, которые он взял. Близнецы держат всех в страхе. Салют. Родители говорили, что раньше это место называлось Falls End. Именно благодаря ему все тут знают друг друга. Верно. Скорее бы сообщить всем, что мы отбили мастерскую. Рад, что ты хочешь помочь процветать.
Спасибо за помощь. Выживаем. Все идет в ход. Мне снова повезло. Тебе есть что рассказать об этом? Салют. Близнецы уже давно не дают нам проходу. Мы ночью видели эденцев. Здравствуйте. Лучше, клянусь, я что-то слышала. После ощущения, как будто мне тарелку раскрыли. Ты только глянь. Нашел, тот и взял. Thank you.
Вот черт, снайпер. Нужно идти. Что это? Я нашла тебя! Я думала, мне конец. Будь я помоложе, эти твари были бы уже мертвы. Эй, ты, спасибо тебе. Кармина, как же я не догадалась. Спасибо. Ты тот самый чужак? Ты попортил рейдерам немало крови. Супер. Наконец-то молодежь включилась в борьбу. Я Грейс. Не будь я слепой, как крот, сражалась бы вместе с тобой. Я уже не та, что прежде, но все равно стараюсь быть полезной. Осознав, что я уже не могу целиться и стрелять, как раньше, я смастерила пушку с учетом этого. Если честно, я воспользовалась твоей идеей. Добавила пару прибамбасов. Будь я понаглее, сказала бы, что это лучшая пушка в округе. Вот только рейдеры украли ее у меня и спрятали в старом депо. Там они хранят все, что отбирают у местных жителей. Будет непросто... Но поверь мне, рискнуть стоит. Найди пушку, забери украденные припасы и перебей всех, кто встанет у тебя на пути. Мы отомстим близнецам за то, что они сделали с пассажирами поезда.
говна и палок получилась газонокосилка. Точнее, человека-косилка. Все детство копалась в земле, искала орехи и корешки. Хорошо, что у нас теперь есть процветание. Говорят, рейдеров можно встретить в любом уголке страны. Почему-то мне кажется, что нам достались худшие из них. Едва пронесло. Что это? Медведь! Медведь! Покончено! Изымаешь имущество? Любая мелочь сгодится.
я что-то слышал. Похоже, рейдеры наладили производство этанола в старом элеваторе. Нам и самим бы этанол охеренно пригодился. Восстановим процветание. Это наша последняя надежда. Хуже. Позиция. Я была на волосок от смерти. Есть что-нибудь стоящее? Жива. Еще жива. Эдемцы живут за счет природы, как и мы. Не так уж и сильно мы различаемся. Найду позицию получше. Тише, впереди кто-то есть. Иисусе!
Изымаешь имущество? Любая мелочь сгодится. Чудовищное было крушение. Обычно рейдеры двигают дальше сразу, как обчистят какое-нибудь место. А у этой церкви они застряли на несколько дней. Так бывает, когда они пытаются добраться до чего-то ценного. Подумала, что тебе может быть интересно. Едва оказавшись здесь, рейдеры подчинили себе весь округ. Как Адамсам удалось продержаться так долго? Раньше по ночам было тихо, а теперь повсюду психи в масках, свет, музыка орёт. Шарься по грузовым вагонам. Рейдеры хранят в них добро, которое забирают у нас. Моя пушка должна быть там. Вижу бандита, будь начеку. Здесь оставаться. Я пойду туда.
найду позицию получше. Срань господня! Кто это сделал? Thank you.
собрать материалы. Они пригодятся, если мы хотим дать отпор рейдерам. Эти пилы разрежут любой предмет. А если нет, отрикошетят от него. Целься в металлические поверхности. Так можно достать врагов, сидящих в укрытии. Идеальны против ублюдков со щитами.
Спасибо тебе! Все должны внести свою лепту. Ты отлично потрудился. Отлично справился. Навешал этим рейдером. Пушка твоя. Ты же помнишь, что у меня зрение не к черту. Думаю, тебе она пригодится больше, чем мне. Припасы, которые ты добыл, принадлежали людям. Пусть теперь вернутся к ним. Жители процветания с умом используют все, что ты им дашь. Я в том числе. Да-да. Я собираюсь осесть в процветании. Если тебе или твоим друзьям понадобится пара уроков, приходите. Береги себя. Мы честно украли все эти ништяки. А кому-то хватило наглости стырить их у нас. Теперь нам придется обобрать твоих людей до нитки. Только в этот раз мы не будем такими вежливыми. Thank you.
Салют. Надеюсь, теперь ты готов ко всему. На окраине долины живут фермеры, гордые владельцы самого огромного кабана в мире. Проследи, чтобы рейдеры не добрались до него. А, это ты и тот человек с поезда. Поверить не могу, что близнецы тебя не сцапали. Мы еще давно пытались пригнать сюда поезд с припасами. Так он на мосту развалился к херам. Большинству людей не хватает духу туда лезть. Но мне кажется, там по-прежнему до хера всего полезного. Здесь снова безопасно. Продолжу искать то, что принадлежало моей семье. Не особо-то нам. Мы так и не дождались помощи от внешнего мира. Ким напрасно рисковала жизнью дочери. Привлек внимание близнецов. Очень жаль. Недалеко отсюда эдемцы сжигают своих мертвых. Говорят, у них там и какое-то скрытое убежище. Думаю, тебе стоит посмотреть. Кажется, пока я бродяжничала, у меня и то было больше припасов. Хорошо, что плохие парни не умеют гнать этанол. Плохо, что они могут его украсть. Это, короче, как если бы лачугу накормили стероидами. Чего только не бывает. Silent, they're pleading, what's we say? Oh,
Я иду к тебе. Пора нам браться за дело.